Почетные грамоты за отличную работу. Павел Березовский наградил каждого из водителей 102-й бригады материально-технического обеспечения. 20 сентября военные прибыли в наш город из Улан-Удэ. Таким образом, Минобороны оказала помощь пострадавшему от паводка Благовещенску. Они сделали очень большую работу. И самое главное, спасли наш северный водовод, который зависит, конечно, от которого зависит и жизнеобеспеченность всего нашего города. Ну и сделали, естественно, что 300 метров той самой дамбы, которая идет вдоль Бурхановки, тоже спасли от наводнения те дома частного сектора. Главная помощь была своевременной, отмечают городские власти. Напомним, военные на самосвалах восстанавливали подъезд к северному водозабору и создавали новую насыпь вокруг водовода. Уложиться нужно было до холодов. Кстати, для водителей в погонах это была первая масштабная операция на гражданке. Это первый год такой, по крайней мере, с моей колонны такого, в принципе, не было за всю службу мою. Мы пробыли здесь практически три недели. Проделали где-то, отсыпали дороги метров 600. Это около 15 тысяч кубометров грунта. Работали с 8 утра до 19 вечера, каждый день, кроме воскресенья. Выполнив свою задачу в Благовещенске, 14 военных отправились к основному месту службы в Бурятию, но уже на поезде. А вот тяжелая техника, выделенная им командованием специально для восстановительных работ, направилась в военную часть Белогорска. Ей еще предстоит поработать в районах области. Анна Шадрина, Михаил Величкин, программа «Город».